Всем привет! Московский бизнес-акселератор для инноваторов заработает в январе. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. В январе следующего года будет запущен акселератор для предпринимателей, которые заняты в сфере инновационных, хардверных и софтверных технологий. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина. Такое заявление он сделал на московском форуме бизнес-образования. По его словам, на сегодняшний день отобрано 20 лучших команд для участия. Набор участников продлится до 15 ноября. Фурсин подчеркнул, что в рамках проекта участники не только получают новые знания, но и достигают определенных целей. Сейчас в городских программах по поддержке бизнеса участвуют предприниматели в различных сферах услуг. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!